Лики объявил о своем плане действий по поводу приближающегося хардфорка BCC. Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте, 31 июля в полночь по Москве Лики приостановит все обменные операции. Пользователям, которые захотят подтвердить BCC на блокчейн Bitcoin Cash после хардфорка, Лики рекомендует перевести средства из кошельков на любой личный кошелек. При использовании личного кошелька внутри кошелька Лики BCC могут быть доступны с помощью The Bitcoin Cash, блокчейн клиента через ядро из 12 слов, которое конвертируется в личный пароль с помощью открытого исходного кода. Лики возобновит работу 2 августа в полночь. Для подтверждения переводов с BTC требуется 6 подтверждений. Как отмечает команда Лики, они пока не уверены по поводу поддержки BCC в кошельке, но вывод BCC будет доступен позже, даже если BCC не будет интегрирован в кошелек Лики. Команда Лики рекомендует своим пользователям предпринять какие-либо действия до разветвления. Напомним, недавно Coinbase и другие крупнейшие криптовалютные биржи также опубликовали план действий по поводу приближающегося хардфорка.